Сегодня протестируем наше средство. Спрей антиналет 11291. Вот так вот он выглядит. На примере моей душевой кабины. У нас очень жесткая вода. И если вы видите, вот здесь вот находятся вот такие вот мыльный налет, а также от жесткой воды налет. Мы протестируем, как же работает наше средство. Сейчас я его нанесу. И по инструкции оставлю на 2-3 минуты. Мы посмотрим, какой же результат после нанесения данного средства. Итак, прошло 3 минуты, и смотрим, что же у нас получилось. Ну, как вы видите, весь вот этот вот мыльный известковый и иже с ним налет легко отходит. Надеюсь, вам видно. Сейчас возьму и сполоснем водичкой. И посмотрим, что же у нас получилось. Вот мы споласкиваем водичкой. И что же мы видим? Душевая выглядит чистенько и аккуратно.